Этот музей открыт в честь человека, который долгое время имел большое влияние на развитие Кыргызстана. Мамат Нурбаев, видный политический и общественный деятель, внес значительный вклад в развитие республики в советское время. И не только общаясь с Хрущевым, Микояном, Калининым, Кагановичем и другими видными государственными деятелями, принимал участие и в решении вопросов социально-экономического развития СССР. Мундай инсан дазыр. Это был уникальный человек. Я таких в своей жизни встречал очень мало. Он был очень честный, трудолюбивый, чистый. После его смерти от него остался очень маленький двухкомнатный дом, хотя он все время работал на высоких должностях. Больше никакого имущества. Мы гордимся этим человеком. Он много сделал для своего народа. В этом музее собрано все, что напоминает односельчанам о знаменитом земляке, которым сегодня гордятся многие. Все свои силы, жизненный опыт и организаторский талант он направлял на развитие Кыргызстана. Выступал инициатором и исполнителем строительства Большого Чуйского канала БЧК и канала Отузадыр. Организация первой декады кыргызской культуры в Москве содействовал в организации комплектации 316-й стрелковой дивизии в начале Великой Отечественной войны. Он был простым человеком, все время старался что-то делать для нашей республики, для своего народа, помогал всем, кто к нему обращается, и как депутат, и как человек в частном порядке. Заслуга Мамата Нурбаева в запуске целого ряда заводов и комбинатов карасуйского, маслоэкстракционного, мелкомбината, в увеличении продукции хлопка, сырца и бахчевых культур, строительстве двух мини-ГЭС в городе Узген и Узгенском районе, электрификации и телефонизации Узгенского и Каракульджинского районов, строительстве водного канала от села Каракульджа до Узгена, строительстве автомобильной дороги Мырзаки-Каракульджа, Мырзаки-Карашуро, открытие минерального источника Карашуро, строительстве десятков школ в Узгенском, Каракульджинском, Карасуйском, Кадамджайском и других районах. Он был честным, благородным и требовательным руководителем. Ратовал за всеобщее образование. Этой сфере уделял много внимания. Огромное внимание воспитанию Мамат Нурбаев уделял и на своем личном примере. Своих детей он всегда учил добросовестному труду и честному отношению к своим обязанностям. Он все время говорил нам, что мы должны добиться всего своим трудом, не надо использовать связи родителей. Учил, как работать на своем примере. Мамат Нурбаев был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени 3 раза, орденом Знак почета, орденом Трудового Красного Знамени и другими. Алена Смирнова, Нурджамал Алымкулова, Эдиль Алеев, ЛТР, Ошская область.